Вся необходимая техника и аварийные бригады были экстренно стянуты на предполагаемое место порыва. В половине пятого вечера горячую воду и отопление в северном районе отключили. К вскрытию магистральной сети диаметром 500 мм приступили в экстренном порядке. По данным отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации города Черногорска, около 5 часов без горячей воды и отопления оставались жители 10 пятиэтажек, 3 двухэтажных домов и более 50 домов частного сектора, а также школа и детский сад. Работы велись под постоянным контролем властей. Чтобы не заморозить жителей, воду во внутридомовых системах отопления коммунальщики полностью не спускали. По первоначальным прогнозам, обнаружение места аварии и ремонт трубы должны были занять несколько часов. Но к полуночи порыв так и не был найден. 2 вскрытия уже были произведены. Есть понимание, что нужно сейчас прогнать тепловой контур, чтобы дома прогрелись, детский сад, школа прогрелась. Учитывая, что дома уже 5 часов отключены, решили запустить тепловую сеть до утра, прогреть дома, чтобы все помылись с утра, ушли на работу. И завтра днем мы будем опять отключаться и уже искать место прорыва. Современное оборудование позволило вести обследование на магистральных сетях и после запуска ресурса. Энергетики работали всю ночь. 7 пятиэтажек было переведено на временную схему теплоснабжения. В результате повреждение было обнаружено на внутриквартальной сети. Аварию устранили уже сегодня к 9 часам утра. Сейчас в Черногорске и все дома и соцобъекты подключены к теплосети. Специалисты СГК пообещали уже к вечеру ликвидировать последствия ремонтных работ. Наталья Данина, Александр Сердюк, РТС.